мы завершаем большой и комплексный ремонт по улице Ставропольская. Это самая большая наша магистраль, путепровод. И самое интересное, что подошли комплексно к решению этой задачи в этом году. Это и улица Вишнякова, и непосредственно путепровод на Суворовский. То есть это такой большой комплекс работ, который еще, конечно же, будем завершать уже в следующем году. Но самое главное, улица готова, разметка остается и небольшие еще доделки, которые необходимо устранить по замечаниям технадзора.